Конкурс на лучшие архитектурные решения по восстановлению исторических объектов объявили в столице. Более 1000 архитекторов, дизайнеров, общественных деятелей собрались сегодня в Киеве. Организаторы этого мероприятия – общественная платформа «СОС Майбутни» и архитектурный проект «Прагматика». Один из объектов, который планируют восстановить, это домик Николая Леонтовича. Это композитор, написавший всемирно известную композицию «Щедрик». Сегодня презентация нашего нового большого архитектурного проекта, который включает в себя электронный журнал и площадку для обмена мнением между архитекторами украинскими, международными и теми, кто, для кого, собственно, эти архитекторы строят. Мы совместно с Натальей Заболотной и с ее фондом гуманитарного развития Украины откликнулись на инициативу этого фонда по ревитализации и воссозданию домика знаменитого украинского композитора Николая Леонтовича. Наш фонд гуманитарного развития Украины с однодумцями оголосили платформу, громадянську платформу «СОС Майбутнє», де запропонували громадянам нашої країни фотографуватися з хештегом «СОС Майбутнє» на фоні замків, що руйнуються, біля палаців, які зникають з культурного ландшафту нашої країни.